3 года назад я получила инсульт. У меня были разорваны 3 сосуда головного мозга. Мне присвоили инвалидность 2-й группы. У меня были постоянно головные боли, скованность в движении, безысходное положение, душевная пустота. Такие пациенты обязательно берут инвалидность, потому что это очень такое сложное заболевание было, сложные операции были. Долгая реабилитация была. Была очень тяжелая ситуация. И в тот момент я узнала про программу «Пятый элемент». С моей стороны, как доктор, я, если не ошибаюсь, по-моему, Гульнара Пайперова, его вот недавно в одной пациент тоже заметил, то, что силами мысли Гульнара Пай, реканализированная предшественная часть, она уменьшается с каждым годом. Это как бы, я не знаю, как это происходит, но нам так показывают контрольные снимки. Это факт. Прошли головные боли, легкость движений, комфортное такое состояние. У меня такое, знаете, стало появляться приятный трепет счастья. Я безмерно благодарна Махпал за ее уникальную программу «Пятый элемент» и «Ашрам», ее вклад в мир, в людей, за ее очень глубокие знания. Все началось с того, что 3 года назад я получила инсульт, и у меня были разорваны 3 сосуда головного мозга, за счет чего получила обширное кровоизлияние. Впоследствии перенесла 3 операции на голову. Мне присвоили инвалидность 2-й группы. У Гульнары было осложнение этого заболевания. У нее был вазоспазм тяжелой степени. В бассейне левой среднемозговой артерии у него нарушилась речь, координация движения правой конечности. Здесь методика лечения только оперативная, это однозначно. Есть 2 метода лечения, это в основном эндоваскулярная эмболизация аневризмы, и второй мы берем на открытую операцию. У меня были постоянно головные боли, скованность в движении, безысходное положение. Душевная пустота, у меня был страх, я не знала, как дальше жить, как я могу из одной операции до следующей операции и сколько, возможно, я могу это протянуть. Такие пациенты обязательно берут инвалидность, потому что это очень такое сложное заболевание было, сложные операции были. Долгая реабилитация была. Была очень тяжелая ситуация. И в тот момент я узнала про программу «Пятый элемент». Пришла я в 4-й поток. Я все буквально делала все, что там говорится в данной программе. И слушала Махпал. Я не скажу, что это легко. Много вопросов. Начинаешь анализировать. А почему? А это разве возможно? А как это работает? То есть я пыталась понять непонятные для меня вещи. В одной из медитаций я поставила намерение «хочу выздороветь». И вдруг я внутри себя услышала тихий шепот. «У тебя уже есть, ты здорова». И после медитации я спускаюсь, а супруг меня говорит: «Что случилось? Ты прямо светишься». Вы знаете, у меня не было сомнений, что я по-настоящему выздоравливаю, то есть выздоровела, да? И я прямо всем телом, всем существом, и ментально, и физически, я прямо прочувствовала, что я уже здорова, что теперь я все могу. С моей стороны, как доктор, я, если не ошибаюсь, по-моему, Гульнара Пайперова, его вот недавно в одной пациент тоже заметил, то, что силами мысли Гульнара Пай, реканализированная предшественная часть, она уменьшается с каждым годом. Примерно, допустим, в прошлом году она была там очень таких микроразмеров, 0,4 миллиметра, по-моему, если не ошибаюсь, то в этом году мы сняли, она 2 раза меньше стала. Это как бы... Я не знаю, как это происходит, но нам так показывают контрольные снимки. Это факт. Прошли головные боли, легкость движения,
комфортное такое состояние. У меня такое, знаете, стало появляться приятный трепет счастья. Абсолютно была уверена, что я выздоровела. Не было, абсолютно сомнений не было. И вот с таким настроением я пришла к своему врачу. Дорогой мой доктор, я абсолютно здорова, мне больше не нужна операция. Когда он результаты МРТ посмотрел, он удивился тому, что было у меня в голове. Аневризма стала меньше. Аневризма стала в размерах меньше. Вдохновленная этим результатом, я, естественно, отказалась от всех таблеток, потому что на тот момент мой невропатолог выписал мне таблетки около 15 штук в день. Я отказалась от всех лекарств, я пошла на 7-й поток. Потом я уже для достижения других целей пошла дальше учиться в ашрам. Чисто по медицинскому точке зрения, как бы человек мысленно укрепляет свои стенки сосудов, аневризма почему появляется? Потому что происходит разрушение мышечного слоя стенки сосудов и появляется такое выпячивание, появляется выпячивание. Ульнарапе, видимо, не только укрепляет свою психику, укрепляет свои тело, в том числе и мышцы, и они как бы обратно стягиваются как бы в свое изначально физиологическое положение. Только так могу объяснить, а по-другому, честно говоря. Ну, я думаю, так и происходит. Питание, там есть физическая нагрузка, там есть ментальный детокс, там есть лекции. То есть надо все просто делать и слушать. Не нужно анализировать, потому что с тем умом, больным умом, я бы сказала, который я пришла в эту программу, ты все равно его не поймешь. Я изменилась очень сильно, и я стала буквально ценить все. Жизнь, свое окружение, своих родных, буквально все. Поэтому пятый элемент, конечно, в этом плане дает многое, очень многое дает. Я читаю, занимаюсь, я полноценный человек, я себе ни в чем не ограничиваю. Даже вот потихонечку начала уже заниматься своим хобби, да, там, танцевать. За последние 3,5 года, пока я болела, мои врачи запрещали мне летать, но недавно я слетала на отдых, перелет перенесла очень хорошо. Когда по волшебству все задуманное получаешь, хочется еще большего. Конечно, мне хочется дальше учиться, больше получить, больше вдохновения, результатов, развития. И хочется и еще больше здоровья. Ну, здоровья больше не бывает, но или ты больной, или ты здоровый. Но хочется большего. Поэтому она и вдохновляет вот то, что я проучилась, и иду дальше. Это, конечно, здорово. Когда ты знаешь и грамотно относишься к своему внутреннему миру, ты любые преграды можешь преодолеть, любые проблемы. То есть проблема, значит, надо решать. Не так вот ты паникуешь, ходишь, что делать, как делать, или там обвинять всех, почему все это произошло. В данной ситуации ты правильно, грамотно начинаешь понимать, и со всей ответственностью ты начинаешь решать эти задачи. Осознанное принятие любой ситуации – в быстро меняющемся мире это важно. Я бы хотела, чтобы у каждого царило в душе вот это спокойствие, в голове была вот эта осознанность, чтобы было легче жить. Ведь жизнь прекрасна, несмотря ни на что она прекрасна.
Я безмерно благодарна Махпал за ее уникальную программу «Пятый элемент и ашрам», ее вклад в мир, в людей, за ее очень глубокие знания. Я безмерно благодарна кураторам и команде за их организованность, за их компетентность, за их профессионализм. Большое спасибо. Когда у меня такие результаты, когда я остановила рост аневризма, каждый здравомыслящий человек, услышав меня, сделает соответствующие выводы, потому что даже мои врачи поддерживают мое обучение, каких результатов я достигла, добилась. Они только приветствуют. Поэтому всем тем, кто сомневается, я бы искренне порекомендовала очень уникальный пятый элемент, который охватывает все сферы, которые необходимы для человека.